24 февраля в Курагинской школе номер 3 состоялось знаменательное событие. Открытая мемориальная доска в честь выпускника этой школы, погибшего при исполнении воинского долга, Романа Ченкова. Прошло уже много лет с тех пор, когда в мирное для других время парням-срочникам приходилось участвовать в боях на территории Чечни. И не все вернулись в родные города, поселки, села. Сегодня в нашей школе важное событие. В знак памяти о войне, о гибели людей, о материнском и человеческом горе появится мемориальная доска. Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски Ченкову и Роману, объявляется открытым. Под звуки гимна был открыт митинг, в котором участвовали Светлана Ченкова, мать погибшего героя, и его братья, все школьники и педагоги, глава поселка Курагина Сергей Кнау, руководитель управления образования Вера Унжакова, начальник отдела призыва военного комиссариата Василий Арапов. Директор школы Игорь Андрусов рассказал сегодняшним школьникам, как в августе 2002-го страшное известие о гибели Романа Ченкова потрясло всех жителей поселка. Роман был награжден посмертно медалью за отвагу. Слишком короткой оказалась его жизнь, и недаром в народе говорят, важно не сколько прожить, а важно как. Решение об установлении мемориальной доски на здании школы было принято педагогами, и они же и собрали необходимые средства. Почетное право открыть мемориальную доску предоставлено председателю Ассоциации ветеранов военных действий органов внутренних дел и внутренних войск России по Курагинскому району Бориславу Пономареву, однокласснице Романа Наталье Даниловой и призывнику, будущему защитнику Родины Вадиму Куимову. Его зарыли в шар земной. А был он лишь солдат, всего друзья, солдат простой, без званий и наград. Уже давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто мавзолей. Сегодня каждый учащийся этой школы должен не только знать, что здесь учился такой человек, человек, который отдал свою жизнь во благо нашей Родины, но и должен гордиться этим. Я уверен, что наша дань уважения, отданная сегодня этим мероприятием, позволит нам навсегда в наших сердцах запомнить память о всех тех, кто погиб на этой страшной войне. Все участники митинга почтили память воина Российской Федерации Романа Ченкова и всех ребят, которые не вернулись домой, минутой молчания. Учиться и будет учиться в этой школе, должны помнить о том, что нужно быть достойными памяти таких парней, как Роман Ченков. Живу, дышу, пою, но в памяти всегда со мной погибшие в бою. Чем им обязан, знаю я, и пусть не только стих, достойна будет жизнь моя солдатской смерти их. Уходили ребята за свободу и веру, как один брат за брата, свою жизнь отдавая, мы дарили свободу
и за веру сгорая, шли и шли ровно в ногу. Бросок на небеса, последней своей жизни, спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались, спасибо то, что вы не за спасибо дрались. Бросок на небеса, последней своей жизни, спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца, за то, что не сдавались, спасибо то, что вы не за спасибо дрались.